С 18 апреля 2024 года федеральным законом номер 78 установлена административная ответственность за спам-звонки и недобросовестную рекламу микрофинансовых организаций. В силу статьи 18 закона о рекламе распространение рекламы по сетям электросвязи, в том числе посредством использования телефона, факсимильной, подвижной радиотелефонной связи, допускается только при условии предварительного согласия абонента или адресата на получение рекламы. При этом реклама признается распространенной без предварительного согласия абонента или адресата, если рекламораспространитель не докажет, что такое согласие было получено. Рекламораспространитель обязан немедленно прекратить распространение рекламы в адрес лица, обратившегося к нему с таким требованием. Таким образом, если согласия на такой звонок нет, звонок или смс-сообщение нарушает закон о рекламе и считается спамом. Статьей 14.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях установлена административная ответственность за нарушение установленных законодательством требований к рекламе, распространяемой по сетям электросвязи, так называемый телефонный спам. Ответственность за недобросовестную рекламу услуг по предоставлению кредитов и займов распространена на микрофинансовые организации и увеличена размер штрафов за указанное правонарушение. В настоящее время размер штрафа составляет для должностных лиц от 40 до 100 тысяч рублей, для юридических лиц от 600 тысяч до 1,5 миллиона рублей.